Пошли! Молотки и гвозди, дамы! Молотки и гвозди! Мы внимательно слушаем. Захватить район, бойцы! Выполняем приказ! Занять точку! Мы должны отправляться на захват объекта! Разрешите доложить? Инженеры прибыли! Наша работа здесь закончена. Попробуем захватить эту точку. Сладкого рая и слезы земли, и близкие звезды сверкнут перед вами, и ветром развеется дым. Никто из наших не бездарит. Люки готовы заступить. Он готов выполнить. Мы идем к цели. Проводим операцию. Уже идем. Не хочу смотреть на меня. Мы попали в рубеж. Мы захватили точку. Противник пытается перерезать наши линии снабжения. Идет подкрепление подразделения пехоты. Противник обстреливает нашу базу. Сектор захвачен. Кажется, мы Подкрепление на подходе. Вот! Это инженеры! Надо же жалею! Мы сейчас же полностью вперёд, укомплектуем парни. Подразделение. Мы внимательно слушаем. Стрелковый звон отправляйся! Мы можем они потерять будут, объект. Нам не успевают присылать новых. Подкрепление на подходе. Команду. Давайте сделаем это. Занимаем точку. Сэр, вы готовы? Шевелитесь. Не высовывайтесь. Ноги летите. У нас появились гранаты. Враг хочет захватить пункт снабжения горючим. Точка наша. Саш, мы готовы. Господи, Конрад, ты когда-нибудь завяжешь их клином из руки? Сейчас мы сделаем.
напряжение нарушится. Зарядите оружие в проекте группа. Почему бы нам его не защитить? Снабжение нарушено. Наш сектор отрезан от источника снабжения. Отступаем! Люки здесь! Заряд полностью функционирует. Да, сейчас все будет сделано. Кию секунд! Хорошо, парни! Два, три! Быстрее, парни! С наблюдательного пункта докладываю. Мы теряем сектор. Мы сейчас полностью укомплектованы. Черт! Отстреляй вас! Слушаем их хорошо! Наша территория полностью отрезана от источника. Идет подкрепление подразделения пехоты. Давайте сделаем это. Спасибо, друзья. Захватываем объект. Мы вот немножко в курсе наших знакомых гостей. Мы знаем, противник что... Взвод парашютистов готов высадиться на поле боя. Подтверждаю. Мы попали в большой конец. Готовы, не шевелитесь. Полная боевая выкладка. Идет подкрепление подразделения пехоты. Десант, прибыль, иди за укрытие. Десант, несет потери. Они пытаются захватить отступающих объектов. Вот пехоты докладывают о победе. Они пробиваются, они прекращают. Десант в зоне огня. Вперед, парни! Отделение вперед! Подкрепление на подходе. Подкрепление на подходе. Десантники! Что нам терять, что нам терять? Бойцы рассредоточиться! Переходим парашютную высадку подкрепления. Мы готовы выступать, ждем приказа. Выступай! Занимаем точку! Мы теряем сектор. Всегда готовы! Орлы, пошли! Вперед!
Наши войска несут потери. Эй, мечали! Готовы к парашюту. Самолет с подкреплением уже в пути. Вражеское подразделение. Один из наших пунктов снабжения. Гитлер, все выехал с нашей. Возвращайся на поле боя. Кажется, мы собираемся захватывать запасы топлива. О, сейчас мы все сделаем. Готовы. Идет подкрепление подразделения пехоты. Шевели ногами. Идет подкрепление подразделения пехоты. На взвод пришло пополнение к бою. Слушай мою команду. Десантники, вот это не сгибутся. Почему ты нам его не защитишь? Бегом, одна нога тупка. Восстановись! О, сейчас мы все сделаем. Парашютисты на посту, склад снаряжения. О, сейчас мы все сделаем. Теперь войска смогут использовать прилипающие противотанковые гранаты. Да, сэр, это стрелки! Мы сам! Мы были рождены, чтобы попали сам! Страх нам не ведом! Чего надо-то? Мы вернулись в страх! Страх нам не ведом! Вперед! Идет подкрепление подразделения пехоты. Вперед! Назад! Сэр, люди, о, сейчас мы все сделаем. Бойцы ко мне! Идем! Они пытаются в нас попасть! Да, сэр, это стрелки! Бросайте быстрее! Есть! Пошли! Пошли быстрее! Парашютисты на посту! Нам придется уходить с земли краснокожие! Выходим! Идет подкрепление подразделения пехоты. Зарядите оружие, проверьте. У союзников осталось 300 очков. Стрелки к бою готовы! Точка наша! О, сейчас! Вперед, держите строй! Десант прибыл, мы готовы, вели ногами! Полная боевая выкладка! Из этих окон очень удобно обстреливаться! Идет подкрепление подразделения пехотнабжения горит. Сэр, ждем ваших приказаний. Вперед, бойцы, рассредоточиться. Орлы, привод! Вперед, парни! Вперед! Орлы прибыли! Граната! Вперед! Подкрепление готово к парам. Наша территория полностью отрезана от источника. Мы можем потерять сектор. Отделение! Оружие! Стрелковое отделение под огнем! Так точно! Стрелковый взвод! Слушай мою команду!
Над нашим стратегическим пунктом нависла угроза. Так точно! Выступай! Пошли! Пошли быстрей! Мы теряем связь с одним из наших секторов. Пошли! Двигаемся! О, сейчас мы все сделаем! Десантное отделение за мной и не высовываться! Стоять за мной и не высовываться! Видите, вот, спасибо. Двигаемся. Мы решили главный угар в начало пустить, а там уж как пойдет.
Немцы все проспали. Мы захватили сектор. Парни, слушайте. Идем. Мы внимательно. Сейчас мы ее захватим. Проводим операцию по захвату точки. Вот. О, сейчас заполняем. Мы все сделаем. Мы захватили стратегический путь. Наши войска заняли сектор. Идем. Гаси ветва. Пряжница валит. Зарядите оружие. Мы захватили снаряжение. Вот, внимание. Мы идем к цели. Господи, Конрад, ты когда-нибудь завяжешь к нам? Мы захватили точку. Стрелки к бою готовы. Отлично, инженеры, точка наша. Вот, стой, быстрее, парни. Запасы топлива. Стрелковый склад, подравняйся. Эр, к бою готовы. Вперед, бойцы, рассредоточимся. Планируем точку, мы слушаем. Хорошо, парни. Пришла, мы готовы выступать, ждем приказа. Немцы все проспали, мы захватили сектор. Так, внимание. Стрелковый склад, заводи в объект. Точка наша. Захватить объект. Уходи, нанимаем точку. Эр, люди построены. Не высовывайтесь. Вперед, держите строй. Точка наша. О, сейчас мы все сделаем. У нас появились гранаты. Да, здесь же нет. Бой готовы. Захватываем объект. Станция снабжения захватчика. Занять точку. Бой готов выполнить задание. Вообще, как это безобразие. Мы получили заказ. Занимаем точку. Пора убить несколько принцев. Мы готовы выступать. Ждем приказа. Двигаемся. Стратегический путь. Почему бы нам его не защитить? Забирайте ваши вещи и становитесь. Мы готовы встретиться. Вперед, бойцы, рассредоточиться. Пора выйти и преподать немцам урок. Сейчас мы ее захватим. Инженеры, мы готовы захватить этот сектор. Инженеры, к бою готовы. Мы готовы выступать, ждем приказа. Да, слушаем. О, быстро построить точку. Операция. Погнали! Контролируем точку. Пошли. Вот, готов выполнить задание. Закончить строительство. Сэр, ждем ваших приказаний. Выступаем. Я говорю, что вы наши. Быстрее, парни. Двигаемся. Мы теряем сектор, обеспечивающий нас топливом. Шевелитесь! Выполняем! Не высовывайтесь! Бегом, парни! Захватили боевой выпуск! Не готовим! Скоро не кушайте с врагом! Принимаю команду! Нет! На мной! Люди здесь! Эй, вы черви! Вы хотите жить вечно? Ему это не идет! Ясно! Готовы! Пошли!
удерживаем инициативу. Какими темпами мы возьмем Берлин к Рождеству? Немцы пытаются захватить нашу территорию и атакуют передовые позиции. Мы сейчас же полностью укомплектуем подразделение. Первый раз, когда я не знаю, что... Огнемет готов! Немцы атакуют наши передовые позиции. Парашютисты в вашем распоряжении. Стратегический пункт наш. Почему бы нам его не защитить? Вражеское подразделение меньше. Немцы захватили нападение на нашу крепленную сеть. Производим парашютную высадку подкрепления. Отделение вперед! Потому что мне очень сейчас страшно. Вперед! Отделение вперед! О, черт, пора убираться! Пора, стрелки, сюда! На нас движутся фрицы! Мы под огнем! Ждем приказания. Идет под немцы, откуда заняли другой позиции. О, сейчас мы все сделаем. Что дальше? Инженеры к бою готовы. Немцы пытаются захватить нашу территорию. Парни, и атакуют передовые позиции. Парни, внимание, не спите! Немцы пытаются захватить один из наших складов боеприпасов. Кажется, мы еще живы. Закончить строительство! Что так ясно? Подкрепление на подходе. По центру. Сама по себе война не выигрывает. Фрицы захватывают нашу землю. Добро пожаловать во Францию. Давайте поживее. Десантники готовы. Мы сейчас же полностью укомплектуем подразделение. Десант выдвигается. Чего надо? Давайте отсюда сматываться. И что у нас по плану? Парашютисты на посту. Пошли. Осторожнее. Мы вернулись к новым фрицам. Мы готовы встретить фрицев. Мы готовы встретить! Быстрее, парни! Стратегический пункт наш! Почему бы нам его не защищать? Без того звон, травня! Вперед, держите стрелы! Внимание, десант! Шевели задницы! Парни, слушайте! Вперед! Вперед! Во время касания смотрите вперед! Да, сейчас все будет сделано! Полная боевая выплата! Отряд строится! Отходим! Мы готовы! Давайте установим мины. Будьте осторожны. Десант, шевели ногами. Надеюсь, фрицы ничего не имеют против нашей высадки. Десант, слушай моего. Десантники, шевели ногами. Вот идет подкрепление подразделения пехоты. Будет исполнено. Стрелковая рота, вперед! Снайпер! Смотрите в оба! Идет подкрепление подразделения пехоты. Выдвигаемся обратно к базе, бегом! Да, мы должны идти! Занимаем позицию! Мы потеряли подразделение, они все мертвы. Получен заказ на строительство! Шевелитесь! Одна из которых барабанщица. Маня Удалая! Инженеры ждут приказаний. А вторая — вокалистка Мария Скрябина. Подкрепление на подходе. Давайте погромче, готовность. Погромче, погромче. Мы закончили строительство. Поздравляю вас с праздником. Давайте вместе. Стрелковый взвод слышался. Десятый взвод. Три. Инженеры, шагом марш! Инженеры ждут приказаний. Занимаем позицию. Давайте займем эту точку. Зарядите оружие, проверьте прицел. В боевом составе. Чего надо? Пошли. Фэрбой готовы. Давайте поживее. Инженеры докладывают. Молодки и гвозди, дамы. Молодки и гвозди. Занять точку. Что такое? Мы можем потерять всех. Готовы, Фрик! Вперед, бойцы, рассредоточиться! Что нужно сделать? Направлен к бою готов. Приказ понял. Атаку! Мы готовы, двое поживее! Парни, шевелитесь! Готовы! Вперед, держите строй! Так мы скоро потеряем. Занять эту позицию! Во время
снижение противника.
Сэр, бой готовы! Эй, по нам стреляют! Командир! Слушай, инженеры, пошли! Не теряйте цель! Сейчас все будет сделано. Инженеры готовы. Идет подтверждение в инженерии. Солдаты, вперед! Пойди ко мне! Слушаем! Инженеры отправляются на захват объекта. Точка наша! Стратегический пункт наш. Барни, почему бы нам его не защитить? Занимаем указанную точку. Барни, слушайте, вы готовы? Сэр, бой готовы! Инженеры, захватываем объект. Занимаем точку. Да. Выполняем первую задачу, сэр. Инженеры, на противную точку. Идет подкрепление в подразделение пехоты. По нашей позиции отстреляй! Засранцы за мной! Мы можем потерять сектор. Стрелковый взвод ко мне! Что вы должны сделать? Огонь! Огонь! Слушайте! Хорошо, парни! Пришла пора повоевать! Вперед, держите строй! В чем дело? Пошли! Мы теряем сектор, парни, обеспечивающий нас топливом. Давайте быстрее! Кроме нас, живы не осталось никого! Что вы должны сделать? Блин, это капитаны! Ну где же это подземка? Отступать! Отступать! Нового оружия! Готовы! Поторапливайтесь! Десятый вход! Занимаем точку! На стены! У нас появились гранаты. Стратегический пункт. Почему бы нам его не защитить? Вражеское подразделение уничтожено. Не давайте им приподнять голову! Парни! Только дайте мне гаечный ключ и ружье. И эти сволочи повсюду! Выполняем первую очередную задачу. Сейчас мы ее захватим. Ребята! Инженеры ждут приказания. Мы можем потерять пункт снабжения горючим. Одно из наших подразделений было... Держать дистанцию! Стрелковый взвод слушает. Подкрепление на подходе. Стрелковый взвод слушает! Подходим! Противник пытается перерезать наши линии снабжения. Инженеры докладывают! Мы попали под шквальный готовы! Подожди, подожди, отступаем! Сэр, люди подходят! Пехота, смотреть на меня! Идет подкрепление в подразделение пехоты. Мы можем потерять все. Слушайте! Пошли, мамы! Инженеры попали под обстрел! Линии снабжения наружу. Инженеры,
Давай, сейчас все будет сделано. Да? Выполняем приказ. Занять точку. Берегите оружие, пионер контролирует. Так мы скоро потеряемся. Парашютисты в вашем распоряжении. Полная боевая выкладка. А, выступай. Полная боевая выкладка. Наплевать на сваленных кленовых курки. Вот, ставись. Идем. На топливу не стрелковым оружием. Не слушают. Бросить гранаты, все вылавится. Рассредоточились, постарайтесь остановить их, ребята. Бросайте. Теперь войска смогут использовать прилипающие противотанковые гранаты. Вражеское подразделение уничтожит. Стреляйте, чего вы ждете? А сейчас все будет сделано. Охватываем запасы горючего. Прямо здесь вражеские войска! Внимание! Во время движения смотрите вперед! Так точно! Мы удерживаем инициативу! Такими темпами мы возьмем первым к Рождеству! Они прорвали нашу оборону! Следите оружие, проверьте прицел. Десант на позиции, горючее захвачено. Заткните сектор, захвачен. Задача выполнена. Проводим операцию по захвату точки. Люковый взвод, слушайте. Пошевеливаемся. Десантники захватят цель. Со мной. Следите оружие, проверьте прицел. Вот. Пойди ко мне! Точка двигаемся! Десант несет потери! Как на плане уже работает? Мы готовы! Орлы к вашему слугу! Противник проделал на бред, территория полностью отрезана от источника снабжения. Бегом! Наблюдательный пункт отрезан, мы теряем сектор. Десантники готовы! Самый лучший десант! Так мы снова потеряем. Эй, вы черви! Готовы! Теперь они у нас подряжены! Выступай! Подкрепление на подходе. Вот, слушай мою команду. Стратегический пункт наш. Почему бы нам его не защитить? Осуществляем захват объекта. Пошевеливаемся. У нас гости! Хорошо, парни, бойцы, расслабляйся. Мы захватываем сектор по дистанции. Подтверждаю. Стрелите оружие, проверьте прицел. О, сейчас мы все сделаем. Разговорчики, десантники, за мной! Наш сектор отрезан от источника снабжения. Десантники! Было бы гораздо, мать их, проще, если бы они перестали стрелять. Десант на месте! Враги! Танковая гвардия! У противника осталось 300 очков. Снабжение наружу сейчас же полный. Наш сектор отрезан от источника снабжения. Есть оружие на готове! Справ нам не вежу! Будет сделано! Сворачивай
Необходимы координаты для парашютной выгрузки противотанковых орудий. Так мы скоро потеряемся.